Я вітаю всіх глядачів нашого телеканалу, в ефірі програма «Депутатська трибуна». 17 жовтня відбулося перше засідання комісії, яка розглядала заявки для участі в програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І до цієї комісії було зрозуміло, що тема серйозна і потребує такого дуже глибокого вивчення. Але проте саме на комісії виявилося, що є дуже багато пропозицій, дуже багато питань і у голів правління ОСББ, і у самих депутатів та членів цієї комісії, тож тему обговорюємо вже другий тиждень. І сьогодні у нас у студії буде одразу два депутати Южницької міської ради. У першій половині програми поговоримо із Вадимом Назаренком, у другій із Андрієм Баранюком. Якщо у вас є якісь питання до наших гостей, ви зможете їх поставити в кінці кожної із 30 хвилинок. Тобто зараз 15 хвилин ми говоримо суто з депутатом, далі ви можете приєднуватися. 215-81 наш номер телефону. Добрий вечір. Добрий вечір. Вадим Геннадійович, ну саме ви голова цієї комісії, і для вас така дуже серйозна ця виявилася робота. Давайте, власне, про те, якими видалися заявки цього року, яка ця програма, як вона себе проявила. Ну, в этом году вот мы провели нашу комиссию по отбору конкурсных заявок, а сейчас вот была уже первая комиссия депутатская, где мы эти вопросы все опять обсуждали, вот только-только с нее вернулись. На комиссию было подано заявок от наших ОСМД общей суммой 16 миллионов гривен. Мы пытались определиться, ну, возможности выполнения этих заявок. В результате то, что мы имеем на сегодняшний день, это 16 ОСМД подали заявки на 30 лифтов, ремонт 30 лифтов. Это уже более 10 миллионов, 10 миллионов 700 тільки з городського бюджету. Но ми розуміємо, що і на комісії по відбору заявок, і на депутатській профільній, ми розуміємо, що ліфти ремонтувати в будь-якому випадку потрібно. Це піднадзорне обладнання, опасне, і стоїмость ремонту прилична, от около 700 тисяч, виходить, два ліфта. Мы на комиссии, на депутатской, на такой, все эти заявки удовлетворили, согласовали. Кроме того, было еще ряд заявок, которые касались и капитальный ремонт по кривле, капитальный ремонт фасаду, капитальный ремонт фасаду. Ну, это замена окон, в основном замена окон. Эти заявки тоже, все заявки ОСМД, которые входят в наши правила, программу нашей финансовой поддержки, это то есть не более 800 тысяч для одного ОСМД по нашей программе и не более одной заявки на РИК. Вот где эти условия удовлетворялись, независимо от того, что у нас в программе 10 миллионов заложено, мы все-таки будем просить сессию дополнительные деньги, потому что больше получилось денег, то мы все заявки согласовали и все как бы будем просить на все эти заявки выделить средства из городского бюджета. Минулого тижня ми спілкувалися. Это в итоге получается, сейчас перебью, извините, получается около 13 миллионов сумм. Як ви вважаєте, це має ось ці 13 мільйонів мають бути виділені в рамках цих 50, які на 5 років плануються, або це мають бути додаткові 3 мільйони, ваше бачення як депутата та голови комісії? Для того, ну, я вважаю, що повинні бути додаткові, але для того, щоб ця програма працювала, ці всі роботи були виконані, нам проще і никаких тут вопросов, проблем нету перенести с последующих годов программы. В дальнейшем, я думаю, что эту программу мы будем и увеличивать на какой-то срок, и добавлять кошты на нее. Кроме того, мы понимаем, что не все ОСМД на лифты, которые подошел к срок эксплуатации, подали заявки на самом деле. Потому что в любом случае это ответственность ОСМД, но около 7 ОСМД заявки не подали.
Ну там у 2017-му 34 ліфти проходять цю модернізацію, 47 ліфтів у 2018 році мають пройти модернізацію. Это подходит срок эксплуатации лифта. Но лифт может быть продолжен эксплуатация, может быть сделан частичный ремонт. Это оборудование, которое в разном состоянии в каждом доме на самом деле. Экспертиза пройти, да. Если экспертиза не разрешает уже эксплуатацию лифта, тогда, конечно, его нужно либо останавливать, либо проводить капитальный ремонт. Минулого тижня у нас у студії була Вікторія Сандюк, вона виступала лише в якості депутата, а все ж таки як голови правління ОСББ. Вона озвучила, що Хіміків-22 подав дві заявки, що вони фактично розриваються між там, тими ж ліфтами і покрівлею. Ну, к сожалению, тут вопрос какой. Есть, ви ж, ми озвучили, регламент. Що 7 ОСМД взагалі не подали заявок. А лифты у них тоже есть, их нужно ремонтировать. Тому правила одинаковые для всех, если их менять. Вот мы долго обговаривали на комиссии депутатской, разные мнения. В принципе, я бы не против был, чтобы лифты выделить, было мое предложение, но много в нем есть как бы минусы в этом предложении, чтобы вообще выделить лифты в отдельную статью в рамках программы. Мы обсуждали это и на фракции своей «Батьківщини», что нужно лифты отдельно выделить. Но мы понимаем, что мы, нет у нас технической возможности это сделать. Нам проще все-таки решать вопрос с дополнительным выделением средств, особенно по лифтам в эту программу. Вот это мы сделали в прошлом году, и в этом году, я надеюсь, сейчас мы тоже эти дополнительные 2 миллиона выделим. Мова йде лише, я так розумію, про кошти. Фактично, ви плануєте задовольнити всі заявки. Всі заявки, які відповідають нашій програмі. Ну, формально це лише процедурний нюанс, да, що ви виносите окремо ліфти складно, але плануєте замінити всі, хто подасть заявки. Звісно, так. Наскільки це справедливо? В рамках нашей программы. Это одна заявка от одного ОСМД на сумму не более 800 тысяч гривен. ОСМД должно само решить все-таки в этом году лифты и крышу капитально делать, либо делать частичный ремонт, как, допустим, вот в Ленина-1, где мы находимся, крыша нуждалась в капитальном ремонте, но сделан частичный, мы это знаем, за кошти ОСМД, и пока, говорят, нет у них никаких проблем. Говорили і минулого року, минулого разу із депутатом, і висловлювали свої побажання під час засідання комісії 17 жовтня голови правлінь. Просили якось доповнювати, переглядати програму. Ліфти – це один з пунктів, який ви сьогодні плануєте йти таким чином, що все ж таки задовольняти, не виносячи в окрему… Да, задовольняти за рахунок збільшення коштів. Розглядались, виносили свої пропозиції, свої зауваження мешканці, наприклад, та ж покрівля. І там деякі покрівлі, аби ремонтувати, там необхідний той же мільйон. Це вже люди не вкладаються. Чи можливо якось допрацьовувати, переглядати цю програму? Ну, можливо, да, можливо. Ми ці питання от обговорювали. У кожного є свої пропозиції, своє мнення, але ми повинні розуміти, що якщо ми знижаємо проценти, допустим, делаем не 70 на 30, как сейчас есть, а 80 на 20. Да, ОСМД, которая уже подала заявку, успела, ему будет легче. Но меньше будет соискателей, меньше других ОСМД смогут сделать свои вот эти капитальные ремонты. Вы же понимаете, меньше соискателей будет. Все равно количество средств не безграничное, естественно. Это понятно всем. Тому мы кому-то, значит, кого-то ущемляем, какие-то другие ОСМД. И есть такие мнения, что наоборот, да, даже есть такие предложения, что 50 на 50 должно быть, чтобы была ответственность жителей. Ну, тут каждый, как говорится, по-своему. Как правильно, мы еще, я так понимаю, к этому вопросу будем возвращаться не раз. И, в принципе, изменения, конечно, мы можем вносить. Потому что это уже изменения, раз мы добавляем уже фиксированную стоимость количества коштів. Кроме того, есть в программе у нас дополнение такое, что вот по лифтам,
що в разі виникнення непередбачених обставин, закінчення терміну експлуатації літів на підставі висновку експертизи за результатами експертного обстеження літів ОСББ надається право на одне позачергове звернення щодо розгляду проєктної заявки. Ну, тут є цього в попередніх варіантах цієї програми не було. Це ми додаємо, тому що програма нова, є аналогічне в других городах, ну, вони більше, в основному 50 на 50, менше суми коштів, менше СМД, це іменно конкурсні заявки, це зроблено для того, щоб одна з причин, щоб все-таки СМД конкурували між собою і вигравали ці заявки. Ну, це теж одна із цілей. Цього року поки що не конкурують, поки що задовольняєте всі. Теж є конкуренція. Допустим, многі СМД просто не подали. От вони вже поки не успіли, не змогли, не собрались. Коштів залишається менше в програмі. Так, да, коштів менше. Якщо б всі подали, тоді б думали вже далі, яким образом вийти з ситуації. Як готували себе до цієї ситуації? Кому відмовити? Це ж такий, знаєте, нюанс суб'єктивний. Ну, опять суб'єктивний. Тому і комісія велика по підбору конкурсних заявок, і умови для того, щоб подати документацію на ту комісію, теж вони тут дуже такі розписані широко. Тому тут, як вам сказати, много вопросов. Понятно, что отказывать тяжело, но придется, видимо, придется когда-то. Додаткові кошти. Ну, у цих питаннях завжди для депутатів і в цілому для южниців консультація від представників фінансового управління. Чи присутні вони були от на комісії там останні, наприклад, сьогодні депутатські, коли конечно, вирішували, конечно. Як вони прогнозуються? Додаткові кошти це бюджет його. Це бюджет, і, звісно, якщо где-то ми виділяємо, то где-то придется ужиматься в каких-то вещах. Город, хозяйство очень большое, и, естественно, где-то придется ужиматься, где-то откуда-то эти средства брать. На данный момент это небольшие средства, и мы надеемся, что все-таки они найдутся, и этот вопрос нормально решится. Який прогнозують наступний бюджет? У нас виділення дуже велике. Як в цілому взагалі реагують на таку пропозицію спеціалісти фінансового управління? Как они реагируют. И у них есть важные задачи, они должны обеспечить бюджет и утримание всех предприятий, ремонты, капитальные ремонты всех наших предприятий. Ну, конечно, никакие эти вещи, они проходят все с трением, с договоренностями какими-то и обговорением, живого обговоренка, эти все питания. Но мы все понимаем, наверное, самое важное для каждого жителя – это все-таки его дом. Ну и, естественно, мы считаем, что город должен максимально помогать нашим домам, нашим жителям. Ну и жители, естественно, тоже должны принимать участие в обслуживании, в ремонте своего дома. Это наше. Дом наш, потому мы должны за него отвечать. Про ось цю таку допомогу. ОСББ передбачає, що люди там самі беруть правління і фінансову сторону у свої руки. Сьогодні ми фактично продовжуємо розглядати, ну, ідучи шляхом, задовольняючи усі потреби, всі заявки, які відповідають конкурсним умовам, ми йдемо шляхом, ну, продовжуємо фінансувати, бюджетно фінансувати будинки. Зрозуміло, що депутати це підтримують. Це така політична тут є складова і, в принципі, відповідає задачі, можливо, депутата. Наскільки ви, можливо, як мешканець міста, вважаєте, ну, скільки років ще необхідно так підтримувати? Коли люди мають самі взяти будинок в свої руки? На примірі Леніна 1 ми вже знаємо, що люди вже взяли і самі роблять тут же кришу, і багато СМД роблять, і вікна міняють, навіть к нам не звертаються. И инженерные сети делают. Потому я считаю, что в будущем, допустим, через 5 лет, просто, видимо, изменятся проценты. На счетах ОСМД появятся деньги все-таки. Они скопятся, ОСМД разберется, где дом приведет в порядок. Но сейчас такая ситуация есть.
часть лифтов, допустим, мы не сделали за счет городского бюджета, когда нужно было сделать по графику, потому что их очень много. У нас город примерно в одно время строился, и все лифты одновременно нуждаются в модернизации. Поэтому я думаю, что программа эта, она останется, это важно и хорошо и для жителей, и для города. Но будет меняться процент, допустим, 50 на 50, как у нас работало, еще не было этой программы, у нас программа утепления работала. И я считаю, что достаточно хорошо она работает. Я хочу звернутися до наших телеглядачів. Програма «Депутатська трибуна» виходить у прямому ефірі. Сьогодні обговорюємо програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Вже завершився прийом заявок, комісія вже опрацювала їх та відібрала ті, які планує задовольнити. Долучайтеся до обговорення. У нас депутат Вадим Назаренко у студії. У другій половині з'явиться Андрій Баранюк. Можливо, до нього готуйте питання. Вот, которые незадовольны. За каким причинам так? Да, это капитальный ремонт по кривле Химиков 22, перша черга, замена вікон подъездах Приморська 21 и капитальный ремонт фасаду, замена вікон Мира 25. Тільки тому, що це було по дві заявки від одного ОСББ. А чи вкладалися вони в цю суму 800 тисяч? От якщо, наприклад, навіть там 800 тисяч на одне ОСББ. Так, да, перевищення не було. Але все одно, але все рівно лише ОСББ, одна заявка. Деякі ОСББ мали необхідність подати другу заявку, але знає ті условия, не подавали. От навіть там на комісії, ми теж би подали, всі би подали по дві, але у вас же є условия. От це вже на комісії навіть вияснилось. Многие, вернее, пошли именно по программе, подали то, что им важнее. Ну, в следующий год, значит, будут решать вопрос утепления, там, замены окон и так далее. Одна із заявок стосувалася прибудинкової території. Там виявилося, все не так просто, це десанту 12. Розкажіть, будь ласка, ситуацію. Так, я, к сожалению, з руководителем ОСББ не смог, не успел просто встретиться по этому вопросу, посмотреть. Ну, в принципе, і так понятно, там вопрос, там є проблеми з ливневкой. Проблема в чому? Для того, чтобы иметь возможность финансирования по программе, необходимо, чтобы территория была на балансе ОСББ. У нас есть только закрепленная территория между ОСББ. На балансе практически у некоторых из новых домов есть на балансе территория, которую как бы возможно ремонтировать. Тому аналогичная ситуация на десанту 16. Там тоже есть проблемы с ливневкой. Для решения этой ситуации ОСББ передала свою территорию городу. И город будет там делать ремонт. Вот как мы с этим домом поступим. Вы выключаете их с программы. Это городская территория, да, городская, там ливневку мы сделали, там городская ливневка действительно городская. Может и здесь так, потому что этот вопрос все равно надо решить. Но пока он не решен, на жаль. И у нас звонок, мы продолжим. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос по поводу вот той программы, которую приняли наши депутаты. Программа очень хорошая, ОСББ нужно поддерживать, и вот эта сумма 800 тысяч. Ну, я просто знаю, что Приморская 19, Строителей 3, Мира 26, Григорьевского десанта 10, они в этом году вошли дважды в программу и получили больше миллиона каждый из этих домов. И на следующий год они тоже дали заявки. А как вы вот смотрите на вот эту программу и освоение этих денег? Они, у них у всех больше миллиона в этом году. И в следующем году они тоже принимают участие в программе. Спасибо. Дякуємо за дзвінок. Приморская 19, я понял вопрос. Приморская 19, дали не... В том году там большой дом, много лифтов, но вот 709 тысяч, нету больше миллиона. Да, в прошлом году они тоже подавали лифты, в следующем году они, в этом году они подали опять лифты, в следующем опять подадут лифты. Вопрос в том, что это не больше миллиона, этот вопрос мой, но каждый год, да. Но заявка одна видных? Одна. Я же сказал, другая заявка, которая была от СМД, другая, мы ее не согласовываем. Да, были видны.
Но они не соответствуют программе, мы их не имели права проголосовать. Потому это управление экономики следит за этим, проверяет. Такого не может быть. А то, что каждый год, допустим, Приморская 19, первый, второй, третий и так далее, ну, если подаст, для меня, допустим, будет приоритетом, если подаст другой дом, который не подавал лифт, то за него я, может быть, быстрее проголосую, чем за лифт, дом, который уже в прошлом году участвовал. Но лифтов это не должно касаться, потому что лифты выходят из строя по времени, и тут ничего не сделаешь. Лифты априори вы решили задовольнять все. Да. А если это будет касаться, допустим, утепления фасаду, то понятно, что для меня лично будет критерием, что подавала в прошлом году, не подавала, и чтобы максимально больше СМД поучаствовало в программе. Ви сказали, що ви не будете голосувати таким чином, там, пріоритет віддасте будинку, який вперше подасть. Як проголосує таким чином член вашої комісії, голова правління цього СББ? Тут так, у вас такий конфлікт інтересів комісії виник. Ну, ми всі члени комісії, у нас, по-моєму, нету ні одного, хто живе там на Мізі чи ще где-то, живе в якихось домах. Угу. Ну, значить, ми не будемо за свій дом голосувати. Угу. Ну, до такого вирішили способу вдатися. У нас є дзвінок. Так, він зірвався. У вас ще є можливість набрати наш номер телефону 2-15-81. Я нагадую, що сьогодні говоримо про програму підтримки ОСББ. Кожного року, продовжуючи тему, яку озвучила мешканка, кожного року 700 тисяч. Виходить, що одне ОСББ вичерпує. 800. З бюджету городського, не 700-800, ми увеличили із-за ліфтів, опять же, тому що стоїмость одного ліфта, і плюс средства ОСББ, допустим, якщо 70% на 30, то можете посчитати, якщо 800 тисяч на 70, то що, значить, должно ОСББ собрати, більше мільйона получиться, да, со средствами ОСББ. Дійсно, получиться більше мільйона со средствами ОСББ. Ну, вичерпує, таким чином створюються конкурентні умови, коли ОСББ мають... Так, звісно, в будь-якому випадку буде. Така мета програми є. Ну, я до чого веду, що в цілому до кінця програми, до 2021 року, мають бути замінено, якщо не помиляюся, майже сотня ліфтів. А це вичерпує ці 50 тисяч. Ну, так, в середньому треба додавати, що найменше, якщо 3 мільйони цього року, у нас ще є 3 роки. Я вважаю, що треба додавати кошти до цієї програми. Ну, це така серйозна сума. Наскільки піде на це депутатський корпус, яким буде вилучення. Нагадую нашим телеглядачам, що це програма «Депутатська трибуна». Якщо у вас є питання, долучайтеся до бесіди 2-15-81, наш номер телефону. До дзвінка. Ми з вами говорили про десанту 12. Територія, на яку може виділяти бюджетні кошти місто, це цілком логічно, вона має бути міською. З цією заявкою, як ви вирішили зробити з десанту 12? Що над цим питанням працюємо? Щоб там треба розібратися до кінця. Може, удасться з цією лівньовкою розібратися, але, опять же, тут треба розуміти, якщо на території ОСББ збирається парковку робити, теж треба розуміти, це парковка для жителів, або якщо вдруг кошти збирати, то ОСББ не може збирати кошти. Ну, є по земельним питанням дуже багато є тут нюансів, які ще потрібно допрацювати. На даний момент в програмі ми можемо виділяти там, де земельні, є такі дома, де землю вони взяли, виділили під себе, там можна це робити. Ось ця конкретна ситуація, вона вскрила цілу низку. Ну, все ж таки, більшість будинків, вони знаходяться якби на міській території, і її виходить, що обслуговують. От яка там така юридична трошки колізія, яка ситуація з цими територіями? Ну, ці питання і до того були зрозумілі всі. Ну, будемо їх як-то узгоджуватися. Це швидко не вийде. Обслуговують тоді вони чию територію? Свою чи міську? Прикріплена рішенням сесії та кожного будинку. Прикріплена кожному будинку, закріплена для вбирання і так далі, для впливу на цю територію. Тому що з городської ніхто
кроме жильцов, на этой территории ничего сделать не может в данный момент. Ваш погляд, який може бути вихід? Це оформлення для прав власності? Чи все ж таки тоді місто взагалі залишиться якось без території? Чи має бути все ж таки якийсь вплив? От ваш погляд на ситуацію? Тут варіанти можуть бути від передачі повністю городу території до виділення землі, до определення стоїмості оренди цієї землі, либо в право власності. Любой може бути варіант. І по тому, як зараз, допустим, управляють своїми домами ОСББ, ми бачимо, що абсолютно по-разному люди всі діють в цій ситуації. Є варіант, от і предлагав Владимир Николаевич, що передати, допустим, територію городу условно, екосервисом ее обслуживать. Есть такой вариант, но не все СМД это хотят. Тому я думаю, что это еще будет вопрос обсуждаться, он интересный, сложный. На следующую сессию вот некоторые придомовые территории, которые закреплены просто, выносятся опять на изменения, там кто-то кого-то подправил, где-то какие-то изменения, какой-то СМД требуется место для размещения, допустим, там урн или еще чего-то, и между собой они этот вопрос обсуждают, и мы в сессии будем узгоджуваться. Но ни один вопрос по изменению территории без протокола собрания СМД не должен проходить, это моя уверенность 100%. Потому оно, все вопросы должны исходить от СМД, либо погоджуватися с СМД, с мешканцами будинку. У нас залишається буквально 5 хвилин, ще з вами хотіла обговорити і трошки інші питання, які на сесії. На сесію будуть озвучені 2 листопада, на сесії планується підтримка або не підтримка створення нового в місті комунального підприємства «Муніципальна варта». Ваш погляд на те, чи необхідне місту таке нове підприємство? Ще, на жаль, недостатньо в мене інформації, я ще не визначився. Те, що треба за цим наглядати, це 100%. А яким чином, я поки що немає ні предварительного статуту цієї варти, ні кошторису, нічого, тому я поки що не визначився. Ну, чи ваш погляд, чи може бути, чи необхідно сьогодні місто підприємство, яке в будь-якому разі, принаймні зі старту, треба датувати з бюджету, враховуючи, наприклад, ті додаткові 3 мільйони, які необхідно на ОСББ витратити вже сьогодні? Ну, важко так сходу сказати. Нема мене ще. Зрозуміло, статут ще не говорить. Ну, поки, і скільки коштів, і... І якщо от, вони предполагаються будуть заробляти кошти, можливо, не знаю, не можу сказати на даний момент. Можливо, немає великої необхідності, але цей відділ по благоустрою, він повинен бути незалежним. І коли була необхідність його перевести в екосервіс, я возражав проти цього. Потім казали, що такі підпорядкування нелогічні. Такі нелогічні, да. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Останнє у мене питання залишається, які подальші доля заявок голосуються на сесії, чи яка процедура? Да, на сесії. Виносимо на сесії, так як утверджений нашою комісією, на депутатську комісію виносимо. У нас була сьогодні передбачена, в принципі, я не думаю, що якісь будуть змінення, всі вроді в комісії нашій по ЖКХ всі ці питання розуміють, тому ми його протоколом своєї комісії утвердимо і будемо просити сесію ці кошти додатково виділити, тому що це буде нормально. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Це програма «Депутатська трибуна». Ми обговорюємо сьогодні програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Щойно поспілкувалися з депутатом Ніжинської міської ради Вадимом Назаренком. Після короткої перерви до нас у студії з'явиться депутат Андрій Баранюк. Тож не перемикайтеся.
Добрий вечір тим, хто щойно приєднався до нашої програми. Це депутатська трибуна. Ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні обговорюємо програму підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Поспілкувалися вже на цю тему із депутатом Ніжинської міської ради Вадимом Назаренком. Зараз обговоримо цю тему із Андрієм Беронюком. 215-81 наш номер телефону, набравши який, ви зможете приєднатися до бесіди. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрію Борисовичу, ваші враження від комісії, яка відбулася 17 жовтня, перше засідання, воно було емоційним. Здалося так нам, принаймні, журналістам. Ваші враження? Ну, сложно. Сложно, особливо, коли ми побачили кількість заявок і общу суму, виходящую далеко за ті пределы, які первоначально планувались. Звісно, перше впечатлення було, як ми з цим всім розберемося. Ну, коли вже начали вникать во все заявки, изучили, то, в принципе, выработался. Придерживаясь того порядка, который мы сами себе в программе установили, то, в принципе, нормально все решили. Ліфти. Власне, ця тема стала головною під час обговорення, і вже другий тиждень ми обговорюємо у наших ефірах. Ваш погляд на ситуацію, ліфти необхідно було винести окремим пунктом, чи як? Ну, к сожалению, тема лифтов у нас уже на протяжении нескольких лет, наверное, это тема номер один. В прошлом году, когда мы начинали работу по этой программе, мы уже тогда определились, что в первую очередь надо будет решать проблему с лифтами, потому что, скажем так, поднакопилось у нас большое количество. В этом году ничего кардинально, к сожалению, не изменилось, большое количество лифтов. В этом году закончился срок эксплуатации, у многих он наступает в 2018 году, у многих уже несколько лет они, срок эксплуатации закончен. Потому тема лифта в любом случае при рассмотрении стояла первой. Независимо ни от чего, мы рассматривали вопрос, подходя с той точки зрения, что проблему лифтов надо решать в первую очередь. Дальше уже подход был по регламенту работы самой комиссии. Действительно, что необходимость ограничения в сумме финансирования на одну СББ и подачу по количеству заявок. Все-таки одна заявка. В первую очередь были, кстати, на комиссии возник вопрос к председателю СББ. Мы обращались, что если вы считаете необходимым рассмотреть другую заявку, мы готовы перенести вопрос рассмотрения лифтов на вторую вашу заявку. Председатель СББ сказал, что нет, в первую очередь лифт. Потому, естественно, мы ее и поддержали. Ну, це складна така ситуація, коли доводиться обирати. Якщо 800 тисяч закладено на одне ОСББ, чи розглядали варіант все ж таки прийняти дві заявки? Тому що це можуть бути, наприклад, два види робіт, які вкладуться у цю суму. Ну, во время рассмотрения другие варианты нами не рассматривались. По одной простой причине. Если бы мы начали рассматривать те заявки тех ОСББ, которые подали, в данной ситуации мы некорректно отнесемся неправильно к тем ОСББ, которые их не подали. Так как те, кто подал, на свой страх и риск решили их подать, остальные действовали в рамках программы, в которой мы прописали правила игры. Поэтому только исходя из этого, чтобы одинаковые условия были для всех ОСББ, для того, чтобы не возник вопрос, что тут больше, тут меньше, а тут мы могли подать вторую заявку, но мы поступили в рамках правил игры, мы ее не подали. Потому как бы комиссия приняла решение все-таки рассматривать по одной заявке на каждое ОСББ, для того, чтобы не создавать именно неравноценных условий. Для того, щоб всі були в одинакових условиях. Ну, чи не стало це питання приводом для аналізу, можливо, програми на наступні роки? Ну, от це якраз підтолкнуло к тому, що якщо розглядати даний момент, то нам треба спочатку внести змінення в програму, внести змінення в правила конкурсного відбору заявок і тільки після цього їх розглядати. Нельзя міняти правила ігри в процесі ігри. Тому, ісходя з цієї точки зрения, комісія і приймала рішення розглядати одну заявку по кожному ОСББ. Ваш погляд, можливо, як мешканця одного з ОСББ, чи наступного року, там, наприклад, дві заявки на 800 тисяч, чи все ж таки одна за будь-яких умов? Понимаете, этот вопрос очень сложный, и однозначно на него ответить я на сегодняшний день не могу.
обсуждая каждый раз на каждой последующей комиссии этот вопрос, возникают все новые и новые проблемы, которые по ходу приходится решать. Сейчас, изменив одно условие, мы сталкиваемся с тем, что у нас, ну, опять же, бюджет города не бесконечный, и на сегодняшний день никто до конца не понимает, каким будет бюджет 2018 года. Сейчас мы были на нашей депутатской комиссии, где замгородского головы нам докладывалось, что на сегодня ситуация, скажем так, не совсем понятная, так как Кабинет министров принял решение увеличить изъятие в государственный бюджет. Потому ситуация может измениться в любой момент. Мы стараемся максимально удовлетворить заявки наших ОСББ и максимально помочь в тех проблемах, с которыми мы столкнулись. Опять же, не стоит забывать, когда эта программа рождалась, все мы прекрасно понимали, что в один миг создались ОСББ, у которых нету ни оборотных средств, нету никакой материальной базы, нету элементарных знаний и умений, как эти проблемы решать. Потому нам надо было выработать какой-то механизм возможности оказания быстрой помощи ОСББ. Это была одна из целей создания этой программы. На сегодняшний день, я считаю, с этой основной целью мы справились, что на первом этапе, когда не было ничего, эта программа помогла сгладить те проблемные вопросы, которые возникали. При этом стоит отметить, вот на сегодняшний день, если уже практически многие ОСББ существуют больше года, то, что Вадим Геннадьевич уже отмечал, что многие ОСББ уже научились решать проблемы сами. Этих домов на сегодняшний день уже достаточно количество. Это не один дом, не два, не три. Это все зависит от желания жителей, от желания председателя ОСББ этими вопросами заниматься и их решать. Фонду. И естественно. Но при этом есть достаточно старые дома, которые на сегодня не подали ни одной заявки. Ни на лифт, ни на коммуникации, ни на утепление, ни одной заявки от домов нету. Это вот по справке мы смотрели, это порядка 7 ОСББ, это не один дом. То есть от них заявок нету. Опять же, если смотреть те заявки, которые мы приняли, далеко не, скажем так, самый молодой дом, Десанта, если я не ошибаюсь, 24-26, у них объединенная. Да, 24-26. Два дома, но одно ОСББ. На сегодняшний день по этому ОСББ, по двум домам, заявки поступили только на замену окон в подъездах. Мы общались после комиссии, правда, с председателем этого ОСББ. Он озвучил, ну как-то пытаются решать. То есть они для себя поставили задачу, что вот сохранение тепла в доме для них это первоочередное. Они просто выбрали это. И опять же, заявка этого дома, ну, далеко, далеко от 800 тысяч. Там всего, если я не ошибаюсь, порядка 300 тысяч. Это была заявка, и неосознанно на это пошли. Другие ОСББ тоже для себя выбирали. Многие из тех, которые подали заявку на лифт, и остальные проблемы решают сами. Ми спілкувалися минулого тижні з Вікторією Сендюк в ракурсі її роботи як голови правління ОСББ. Тут вона, можливо, робила акценти саме на цьому. Вона, аналізуючи ситуацію, пропонувала допрацьовувати програми, виходячи, наприклад, із віку будинків. Якщо розглядати конкретний випадок хіміків 22, який подав дві заявки, там є проблеми з покрівлею, зрозуміло, вона тече, і тоді власний ліфт може не допомогти, якщо будуть там руйнуватися будинок. Ваш погляд, чи необхідно, можливо, вже під таким кутом розглядати програму, розглядати будинки, до кожного підходячи індивідуально? Наприклад, ті ж 16-поверхівки – це один об'єм робіт, будинок, в якому 7 під'їздів – це інший об'єм робіт. От ваш погляд на ситуацію. Ну вот, опять же, возвращаясь к тому, что я говорил, с каждым обсуждением этого вопроса появляются, мы решаем одно, появляется другое. Так. Тут, как бы мы ни старались, естественно, сейчас мы нарабатываем тот опыт и те знания, которые, я надеюсь, помогут нам в дальнейшем в решении этих вопросов. Опять же, программа, называется у нас программа «Підтримки ОСББ».
Ну, не будет, к сожалению, у нас такой возможности просто взять цифры, имеющиеся в наличии объемы финансирования, разделить на 52 ОСББ. То есть мы в любом случае, либо мы должны определять приоритеты в направлениях работы этой программы, либо ущемлять кого-то. На сегодня я не говорю, что мы остановились на этом. Предложений очень много, и эти предложения на депутатских комиссиях, я думаю, еще неоднократно будут рассматриваться. На сегодня мы прошли первый этап. Мы, по большому счету, первый год нормально заранее сработали по этой программе. В прошлом году, то есть программа финансирования на текущий, на 2017 год, она в начале года быстро была сверстана, быстро собирались заявки, кто успел, кто не успел. Скажем так, мы особо не вникали в те проблемные нюансы, которые начали возникать. Вот на сегодня, когда подались в конце августа, на 1 сентября подались заявки, и теперь, когда мы комиссию рассмотрели, эти вопросы были выявлены. Никто же не говорит, что наша комиссия прекратила свое существование. То есть эти вопросы в любом случае рассматриваются. В любом случае, к началу следующего периода подачи заявок, я думаю, что нам удастся выработать такую методику, чтобы мы эту программу могли, если изменить, то изменить настолько, чтобы сохранить и равные конкурентные условия для всех, и по возможности, если будет такая возможность у городского бюджета, увеличить финансирование и максимальное количество заявок удовлетворить. Угу. Опять же, ну, к сожалению нашему, такая ситуация у нас с лифтами, что нам надо эту ситуацию решать в первую очередь. Конечно, очень бы хотелось рассматривать эту программу в рамках повышения энергоэффективности домов, для того, чтобы уменьшить нагрузку на наших жителей по оплате коммунальных услуг. Очень бы хотелось, но, к сожалению, вот первые ласточки, которые на сегодня в этой программе проходили, это вот утепление наших подъездов в плане замены окон, которые у нас на лестничных площадках. Потому, конечно, программа, я надеюсь, будет меняться. Мое мнение, вносить изменения надо, но, опять же, эти изменения, прежде чем их вносить, они должны быть на всех этапах обсуждены. И как бы выдержать те условия, чтобы все-таки все ОСББ получали, ну, скажем так, кто-то не был ущемлен, кто-то не получал приоритет. Ну, а якщо спробувати створити ось цей список, говорити, програму необхідно змінювати, виходячи з реалій, які вже можна, ваші, наприклад, перші пропозиції, як її необхідно допрацювати? Такі, можна було б, які, виходячи із тих, можливо, зауважень, які були озвучені головам управління ОСББ? Ну, на сьогодні то, що стосується програми і... Ну, частично, может быть, программа, это те замечания, которые уже у нас сегодня звучали, сегодня обсуждались, что при подаче этих заявок, к сожалению, на сегодняшний день не учтен такой момент. Понятно, что любой владелец дома, либо, скажем так, хозяин на своем месте, хочет сделать лучше, больше, качественнее, но при этом необходимо выработать какие-то критерии контроля этого всего, потому что предполагаем, что может подаваться заявка вот в период рассмотрения вопроса по тех же, по тем же окнам. Простым вычислением выявилось, что вроде бы одинаковые дома, а стоимость окон разная. Тут тоже существует нюанс, по ходу уже с этим разбирались, что многие ОСББ не имеют оборотных средств, планируют участвовать в программе кредитования банковского. Соответственно, если это по льготному кредитованию, то банки устанавливают условия, что технические характеристики этих окон должны быть не хуже, чем. А не хуже, чем, выходит цена порядка 2000 гривен за квадратный метр. При этом, что в другом доме, который оборотными средствами располагает, свою долю может внести, у них цена в разы меньше, потому что такого уровня окон, грубо говоря, на подъезд, но более чем, то есть нет необходимости в установке такого класса качества окон. Угу. То есть можно установить проще, и этого будет достаточно, с учетом того, что у нас все-таки в
подъездах температура немножко не така, як в квартирах, і в цьому немає необхідності. Може, вони хочуть такі вікна, вони мають на це право. Навіть не враховуючи кредит, але вони мають на це право. Вони право на це мають. Согласіться, ми... якщо, вони на них, якщо вони виплачують там свою частку на ці вікна, там, я не пам'ятаю, скільки це відсотків, але... Ну, от, опять же, вопрос в одному. Ми ограничені общою сумою. Так. И в таком случае мы тогда должны чью-то заявку не рассмотреть вообще. Mm-hmm. То есть хорошо, что так у нас на этой комиссии вышло. Мы просчитали сумму превышения общей суммы финансирования и как бы пошли на то, что удалось как бы найти общее мнение в комиссии и пойти с предложением к сессии на увеличение этой суммы. Рассматривая эти варианты на перспективу, ну, можно так предположить, что нашей суммы финансирования может сильно не хватать, и бюджет ее просто не сможет обеспечить эту сумму. Тогда нам придется действительно выбирать, и вот тут хочет, не хочет, кто-то хочет хуже, кто-то хочет лучше, надо дополнять эту программу общими критериями, где это все будет ставиться в одни рамки. То есть, если это программа замена окон, то тогда минимум тогда вот такой. Если есть желание лучше, мы не против лучше. Мы обеспечиваем в рамках общей суммы вот такую часть, а остальное желание владельца никто ущемить не может. Значит, владельцы дома доплачивают эту сумму и устанавливают то, что они хотят. Это выход из положения создавшегося, но тогда мы создаем равные условия для всех. То есть на каждый вид работ, может быть, будут в программу внесены ограниченные суммы по стоимости данной работы. Может быть и такое. Это как один из вариантов все-таки установления, ну, более-менее равных условий для всех жителей города. Мы не можем, опять же, удовлетворить полностью желание одного дома и при этом не рассмотреть условия другого. Я хочу звернутися до наших телеглядачів. Програма «Депутатська трибуна» виходить у прямому ефірі. Якщо у вас є питання до нашого гостя, це депутат Южинської міської ради Андрій Баранюк, ви можете його поставити. Обговорюємо сьогодні програму підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Нагадую, заявки вже, прийом заявок на 2018 рік завершено, і вже депутати працюють над тим, як виділити додаткові 3 мільйони, як виявилося. Виходячи із ситуації, що одностайно, я також розумію, одностайно, вирішили підтримати мешканців у необхідності замінити ліфти. Зараз додаткові 3 мільйони. Яким буде наступний рік, ви вже самі сказали, невідомо, і невідомо, яка буде кількість заявок. Коли, як ви бачите ситуацію, коли вже необхідно буде там сказати стоп, наприклад, там на 10 мільйонів цілком ймовірно можуть подати знову ж таки ліфти, там, наскільки я вже озвучила, що в 2018 році попередньо 47 ліфтів, можливо, будуть потребувати модернізації. Ну, якась частина відсіється там методом експертизи, проте цифра велика. Якщо це буде на 3 мільйони, як плануєте працювати ось з цими заявками? Ну, в любом случае, как бы, решение по этому вопросу принимается на сессии, то есть общим составом депутатского корпуса. Естественно, на комиссиях депутатских мы будем это все обсуждать, и в том числе и бюджетная комиссия, кроме нашей, будет подключаться к этому моменту. Естественно, за счет уменьшения расходов по каким-то другим статьям мы будем вынуждены тогда увеличивать, если будет в этом необходимость. Я вам скажу больше, на сегодняшний день появились уже, при том, что мы заявки рассмотрели, по некоторым моментам, я не буду озвучивать какие это дома, но тем не менее появились аварийные потребности, на которые срочно надо реагировать. И на сегодняшний день мы еще не понимаем, никаким путем мы будем реагировать, но там стоит угроза, скажем так, целостности самого дома. А почему вы не озвучите эти будинки? Я пока не могу. Это все в процессе, скажем так. Мы не остановились на решении этого вопроса. Но сегодня на комиссии получили эту информацию. К сожалению, она еще документально не оформлена. На сегодняшний день решается вопрос срочного проведения экспертизы, получения технических решений по дальнейшему решению этой проблемы. И вот когда мы уже это получим, тогда будем срочно собираться и решать эти вопросы по
вот по конкретной проблеме, где это действительно остро необходимо. Мы, как депутатский корпус, как бы от этого не отворачиваемся, не закрываемся. Все ж таки, про які будинки мова йде? Ну, це ж не як не секрет розслідування, це ж така комунальна сфера, не комунальна, а житлово-комунальна сфера. І є такі у нас моменти, к сожалению. Я просто... В этой ситуации я не хочу выглядеть вот так, как вы обсуждали с Владимиром Геннадьевичем, что как же будут голосовать депутаты, и если они являются председателем ОСББ, как же будет голосовать депутат в программе, если он депутат от этого дома. Я депутат от этого дома, да, есть проблема по Ленина 28, и ее срочно надо решать. Потому как бы я почему не хотел именно я это озвучивать, но ситуация такова, что там срочно надо вмешиваться, там есть проблема по фундаменту, и, скажем так, сейчас срочно решаться будет вопрос по проведению экспертизы, по тому состоянию, которое сейчас есть. Какой там рызик? Ну, я не специалист-строитель для того, чтобы вам сказать. Я на сегодняшний день увидел только заявление председателя ОСББ и фотографии представителей управления жилищно-коммунального хозяйства, когда эти... То есть они по фотографии оценить, что произошло. То есть произошло проседание грунта в районе фундамента, а что дальше, это должны сделать уже экспертизу специалисты и сказать, как эту проблему можно решить. Говорячи про кошти, чи всі заявники, ми спілкувалися з Наталією Гнєвшою, начальником управління економіки, вона озвучила, що ще не всі встигли, ну це було місяць тому, не всі встигли освоїти кошти 2017 року, не всі ОСББ. Чи, можливо, на балансі зберіглися якісь кошти, які можна перекинути на цей рік? Чи всі використали цю? Ми цей питання задавали в процесі обговорення, тобто по... На то, что было озвучено 17 число, что все стремятся успеть это все освоить, для того, чтобы переходящих все-таки, переходящего финансирования не было, так как это вызывает большие проблемы в плане бюджета. Как бы нам озвучивали, что стараются это все успеть и все это успеть выполнить все мероприятия, которые программы были запланированы. Ось ці 3 мільйони, вони не беруться звідкись, ну, додаткові до тих 10, які заплановані програмою. Ваш погляд як депутата, від чого доведеться тоді відмовитись? Ну, на сьогоднішній день вони не з'явились ніоткуда, вони перенеслись в рамках програми, тільки взяти з більш позднього строку, в зв'язку з тим, що для того, щоб запустити всі проекти, які заплановані, треба пройти велику процедуру согласування, заключення договорів, и так далее. Вот потому и так рано мы озвучивали до начала года, для того, чтобы в следующем году все успеть. На сегодня, для того, чтобы быстро запустить этот процесс, было принято решение с последнего года работы программы просто перенести эту сумму на тот год, когда нам необходимо. Дальше, вот за тот период, который нам остается до следующего рассмотрения, нам надо и найти пути решения этих проблем. Да. То, что касается, скажем так, от чего отказаться в рамках бюджета, но, к сожалению, об этом тоже рано говорить, потому что к вопросу рассмотрения бюджета мы придем немножко позже. Ну так чи інакше, яка сфера, можливо, на ваш погляд? Тут, к сожалению, очень сложно это все делить, потому как у нас возникают проблемы, вот на комиссии сегодня озвучивалось, и проблемы в детских садах, и проблемы в наших школах, куда необходимо, там никто, кроме бюджета, не поможет этим державным установам. То есть тут в любом случае надо будет вопросы решать, за счет чего, очень сложно сейчас на это ответить. Но будем смотреть, когда будет уже собираться проект бюджета. Нагадую нашим телеглядачам, що програма «Депутатська трибуна» виходить у прямому ефірі. У вас ще є останні декілька хвилин поставити запитання сьогоднішньому гостю. Це депутат Южинської міської ради Андрій Баранюк. Обговорюємо програму підтримки об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Гаряче обговорювалося під час останньої сесії, під час останнього цього засідання з прийому заяв, з розгляду заявок, склад комісії. Як підбирався склад комісії? Ви як її член, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, к сожалению, я не могу однозначно на это ответить. Мне, как представителю депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, мне просто предложили в ней участвовать, я, соответственно, согласился. По остальному подбору членов,
Ну, глава нашей комиссии Вадим Геннадьевич однозначно в нее входил. И по представителям, скажем так, те, кто больше в этой сфере работает, я так предполагаю, частично вопрос касается главы нашей ассоциации. Так, вы же разумеете. По этому поводу тут все, я думаю, очень просто. На тот момент, когда комиссия собиралась, он был единственным человеком, который в этой сфере уже повалился, повращался и принимал активное участие и помогал создавать ОСББ. Потому на тот момент введение этого представителя в состав комиссии, я считаю, было обосновано. Если на сегодняшний день есть какое-то другое мнение, либо Голову СББ, озвучивали. На сегодня, но никто не отменял вопрос. Точно так же они собираются, вносят свое предложение, если у них есть такое пожелание. Опять же, под управлением главы ассоциации находится большее количество домов. При этом надо отдать должное, мы обсудили это в довольно спокойном режиме в период заседания, что если этот вопрос касается какого-то конкретного члена комиссии, мы просто не принимаем голосование, дабы не вызывать ажиотаж в свой адрес. Ну, попередньо можна обґрунтувати це, донести компетентно, що це питання необхідно. Це так викликає питання про упередженість. Тому я, власне, і... На сьогоднішній день, я думаю, таких вопросів бути не може, тому що більшість, практично всі заявки ми удовлетворили. Тому сьогодні такий вопрос нікому ні в якому плані відвестись не може. Тобто ми... По общему критерию, вторая заявка, мы ее не рассматриваем. Главы ОСББ, которые были озвучены, вы выбираете, либо вы остаетесь в программе, то есть в той части, что мы ремонтируем лифты, либо рассматриваем вторую. Нет лифта в первую очередь. То есть тут право выбора было за каждым конкретным председателем ОСББ. То, что хотелось большего, к сожалению, всем, многие вещи... Конечно, сюда не попали, опять же, и заявки не были поданы, и то, что главы ОСББ все-таки по одной заявке попали. Я считаю, что мы поступили правильно в плане того, что мы никому не выделили больше, меньше. В рамках одной заявки озвучена была цифра, мы ее поддержали. У нас залишається буквально декілька хвилин до кінця ефіру. Поставлю вам аналогічне питання, яке озвучила перед Вадимом Назаренком. Створення нового комунального підприємства. Його статут має бути ось ці дні представлений перед депутатом, як я розумію. Ваш погляд на необхідність чи необхідність, чи відсутність такої необхідності у створенні комунального підприємства «Муніципальна варта»? Ну, опять же, это мое предварительное мнение, потому как я не видел еще проекта устава предприятия и функции. Если это все ограничится, не ограничится, хотя бы как минимум будет выполнение тех обязанностей, которые были у нас на отделе, этом возложен, то есть контроль за, скажем так, нашими территориями в плане выполнения того же природоохранного законодательства и всего остального. Я считаю, что в любом случае кто-то в городе за этим должен следить. Та ситуация, которая у нас происходила летом, с одним единственным вопросом, парковкой транспорта на газонах, я считаю, что эта ситуация была катастрофической. К сожалению, в том виде, в котором у нас эти специалисты работали, они ничего сделать не могли. То есть хотя бы вот в решении этих узких проблем, этим кто-то должен заниматься, и у этого человека, кто этим занимается, должны быть на то полномочия. Предвидя вопрос по финансированию этого предприятия, но, к сожалению, ничего создать, не вложив в это денег, невозможно. В перспективе, я считаю, что это предприятие должно быть на полном самофинансировании. То есть, если на начальном этапе мы придем к пониманию того, что это действительно нужно, и действительно нужно его в каком-то объеме профинансировать, то в дальнейшем, после того, как предприятие начнет вести свою хозяйственную деятельность, оно должно быть полностью самоокупаемо. То есть данное предприятие, я думаю, будет в силах это сделать. Вы озвучили проблему парковки. Ваш погляд на варианты ее решения? Цього літа кількість почивальників, я не знаю, збільшиться чи ні, але навіть та ж цифра, вона серйозно завдає шкоди газонам, принаймні.
Может быть, в этом году мы немножко не успели к началу курортного сезона с организацией мест для парковки и взимания оплаты за эти места. То есть на следующий год, я думаю, что уже будет это все отработано. То есть все возможные места в районе пляжно-парковой зоны выделены под парковки. Если я не ошибаюсь, должен быть проведен конкурс на, скажем так, управление этим хозяйством, для того, чтобы организация, которая будет предоставлять эти услуги, уже этим занималась. И в дальнейшем нам в любом случае в городе парковочных мест не хватает. К сожалению, это большая проблема на сегодня, по-моему, всех городов. Выход. Как минимум, это нам постепенно привыкать владельцам транспорта, живущим в городе, у кого есть собственные гаражи, все-таки ставить машины в гаражах. Я понимаю, удобно всем ставить машину возле подъезда, вышел, сел и уехал, но все-таки стараться привыкать хранить транспорт там, где это необходимо. Дальше, при возможности, конечно, будет необходимо расширение парковочных мест, создание каких-то паркингов, может быть, привлечение каких-то инвесторов к этому созданию. Очень бы хотелось, чтобы все-таки кто-то заинтересовался из инвесторов все-таки созданием многоуровневых паркингов, которые занимают мало места, но вмещают большое количество машин. Це багатороковий, так на багато років проєкт. Нам треба вирішувати зараз. Я видел эти проекты в других городах и достаточно быстро возводимые двух, трех, четырехуровневые паркинги, небольшое количество места, но при этом на сотни машин. И при том, какая нагрузка у нас сейчас. На сегодня у нас, в этом году, вернее, проблема была такова. Каждый ставил машину где хотел, и никто это не контролировал. Один из моментов, то, что на сегодняшний день у нас с ликвидацией службы ГАИ, как таковая дорожная полиция еще не появилась, а патрульная вроде бы как не совсем ее функция за этим следить. И в городе, кроме этого, нету службы, которая за этим это контролирует. Вот. Может быть, постепенно, скажем так, появится у нас и дорожная полиция, и появится наше предприятие, которое за этим будет следить, и, может быть, немножко приучатся наши отдыхающие все-таки к порядкам, которые существуют. Дякую, що були сьогодні з нами. Дякуємо і вам, шановні глядачі, що подивилися програму «Депутатська трибуна».